Некоторые люди считают, что когда они достигнут определенного уровня успеха, они могут остановиться, откинуться в кресле и наслаждаться своей наградой. Это нормально, но не для меня. Я страстно люблю Форева, и я прошла с ней невероятный путь за последние 25 лет. И моей наградой была не только возможность жить так, как мне хочется, но и, как я убедилась на собственном опыте, это еще и возможность помогать другим людям строить бизнес и жить вольной жизнью. Мне нравится показывать пример моей команде, да, и всем предпринимателям так, как это делает Рекс. Мне нравится следовать его привычкам, примеру и философии. Я пользуюсь всеми продуктами и регулярно рекрутирую новых людей, регулярно развиваю моих лидеров и мою команду, и я всегда участвую во всех мотивационных программах. Я провожу хрестоматийный запуск продаж в течение 2 дней в начале каждого года. В первые выходные января, когда мы проводим серьезный 2-дневный практический тренинг, а каждый квартал мы проводим большие тренинги, на которых обсуждаем проблемы, специфические для различных рынков. Привет, Сью! Это Джейн. Джейн Лич, как поживаешь? Менеджмент времени с моими предпринимателями бывает самым разнообразным. С некоторыми из них мы общаемся ежедневно, с некоторыми общаемся 1 раз в неделю, в офисе, в кафе, дома, короче, где нужно. Было здорово повидаться с тобой на прошлой неделе. Сейчас пишу просто, чтобы узнать, как у тебя дела. Я стараюсь ежедневно проводить те или иные бизнес-встречи, видеоконференции, один на один, вопросы и ответы. Это очень продуктивно. Я провожу 2 онлайн-презентации каждую неделю, а бизнес-презентации проводятся каждый будний день по всей стране и по всему миру. Я подключаю потенциальных партнеров к моей команде для того, чтобы они сами увидели, как делается бизнес. Ежемесячно я провожу совещания менеджеров для большой группы, а также по мере надобности я провожу совещания для небольших групп, 3-5 человек, собравшихся за кухонным столом. В зависимости от их специфики и направленности, главное, что мне нравится, мне постоянно удается быть последовательной. Такая я есть. Последовательное и настойчивое строитель своего бизнеса, достигнувшее статуса бриллиантового менеджера. Мне нравится, что у меня был широкий спектр потенциальных партнеров, поскольку это позволяет мне разговаривать с любыми людьми где угодно и когда угодно. Я в прямом смысле работаю везде, где нахожусь. Я общаюсь с людьми, беседую, беру у них телефонные номера, добавляю друзья на Фейсбуке. Я делаю это постоянно. Я никогда не пропускаю возможности заговорить с человеком. «О, какой симпатичный у вас магазин! Сколько лет вы его держите?» 13? Если захочешь заинтересовать человека, прежде всего, узнай его самого. Узнать, что ему нравится о его работе, а что не нравится, чего им не хватает в жизни, что бы они хотели сделать. А узнав о них это, ты предлагаешь им возможность воплотить и удовлетворить эти желания. И не ради себя, ради них. Я бы очень хотела кое-что вам показать. Вот моя визитка, и я хотела бы передать вам кое-какую информацию. Неважно, как вы начинаете общение с людьми, не обойдется без того, чтобы поговорить с ними по телефону. Ведь только после того, как вы начнете разговаривать с человеком, узнавать о нем больше, рассказывать ему больше о том, кто мы такие, они начинают интересоваться и требовать больше информации. Я обожаю работать с новыми предпринимателями, особенно с теми, которые взволнованы и мотивированы на то, чтобы построить свой бизнес, который потенциально способен изменить их жизнь. Это очень популярный продукт. Крем алоэ прополис. И если ты рассмотришь в них суперзвезд, инвестируете в них свое время и энергию, они смогут стать вашими менеджерами, игл-менеджерами, квалификантами на бонус президента, и одновременно они сделают лучшими и вас.
На этом и следует постоянно фокусироваться. Если вы поможете им отыскать их собственные бриллианты, они многократно будут вознаграждать вас всю жизнь. Очень важно планировать розничную стратегию, планировать запуск продуктов, акций. Все это нужно делать очень и очень регулярно с новыми предпринимателями. Я использую первые шаги к менеджеру. Использую потому, что это помогает мне сфокусироваться на их целях, ежедневной деятельности, которую они должны выполнять, привычках, которые они должны приобрести. Я вижу, что у тебя хорошо получается назначать встречи, представлять людям информацию один на один, но на этом все и заканчивается. Если хотите развивать свой бизнес, вам необходимо использовать специальные материалы из первых шагов к менеджеру. Эти материалы позволяют получать информацию о человеке с самого первого дня знакомства и до прихода в бизнес. Эта брошюра придумана для того, чтобы вы не сбивались с пути, развивая свой бизнес. Я моментально могу оценить, насколько они продуктивны. Более того, я могу оценить предоставление информации, презентации бизнес-плана, отвечая на вопросы и рекрутирование. Еще важно найти новый уровень вдохновения, на котором вы и будете фокусироваться. Я постоянно развиваюсь и сама инвестирую в себя для того, чтобы стать лучше. И я приношу весь свой опыт, знания и умения моей команде для того, чтобы они узнали все, что им нужно узнать для того, чтобы достичь собственных целей в жизни.